Так, ребята, всем привет. Сейчас. Я надеюсь, вы сегодня не умрете от кринжа, и я вас постараюсь сегодня научить, как делать таких простеньких телеграм-ботов. Сейчас я включу камеру. Надеюсь, вы опять же не умрете от кринжа. Так. Всем привет. Я Ваня. И вот сейчас будем писать бота. Что у нас должно получиться, мы это все стираем. Да, бесконечный тоннель. Что нам нужно сделать? Нам надо зайти на PayPay. Здесь наберем телебот. Но выбираем не вот этот, а вот PyTelegram Bot API. Копируем. CMD и вставляем эту команду. У меня он установлен уже. Так, допустим, у вас он установился, все классно, все чики-пуки. Дальше переходим в вашу среду разработки и вот прописываем импорт телебот. Далее прописываем from t так from Телебот, импорт types и API helper. Еще я хочу вам показать, как работает deep linking в Телеграме. Нам для этого понадобится SQLite 3 для работы с базой данных. Так, чтобы как-то инициализировать бота, нам нужно написать телебот. Телебот и здесь токен. Токен. Токен равно. И вот здесь будет наш токен. Сейчас его получим. Так, вот я тестил уже этого бота. Получать его надо вот здесь. Бот фазер. Тихо говорю. Сейчас исправим. Вот так нормально. Так. Токен получаем в ботфазере. New bot. Да сами вы кринжовые. Чего вы кибербулите человека? Папи Китон. Вот мы получили токен. Спасибо, да, за кибербуллинг, фотка Путина. Так, опять бесконечный тоннель. И прописываем для декоратор для работы с сообщениями message handler comments dev message. Да, всем привет. Допустим, вот у вас же сейчас челлендж, да? Вы вот захотите монетизировать свой продукт, да? И хотите сделать так, чтобы, увеличивались продажи. Вот, например, человек приглашает друга, и вы мотивируете их приглашать своих друзей, да? И мы можем добавить такую систему, чтобы приглашенный пользователь, например, переходя по ссылке, которую ему скинет друг, и друг получает, например, подписку на день бесплатно. Для этого можно использовать то, что я сейчас вам покажу.
Понял. Спасибо за кибербуллинг. Это мы отрезаем ненужную часть от сообщения. То есть там ссылка выглядит как-то вот так вот. То есть вот название нашего бота-бот. Так, вопросительный знак равно вопросительный знак старт равно, и вот здесь, например, наш ID будет вот эта часть у нас, и с седьмого символа получим мы вот это. Сейчас мы коннектимся к нашей базе данных, которую мы сейчас создадим, которая у меня, точнее, уже есть, но которую мы создадим вместе с вами. Так, вот, у нас есть база данных, нам нужна для этого программа SQLite Studio, и здесь мы создаем новую таблицу, вот, add database, потом создаем таблицу с двумя столбцами, допустим, мой пользователь и типа, тот, кто пригласил. Здесь пользователь. Все это мы ставим под интеджеры, оба столбца. И вот здесь ставим дефолтное значение 0, и вот здесь тоже 0. Привет, сколько у тебя опыта в питоне? Ну, 2 года. 2 года я занимаюсь питоном в Яндекс.Лицее. Я вот закончил его уже. Как-то так. Вот, у нас есть база данных, мы к ней вот сейчас подключились. Connection. Q равно connection курсор. И Q это у нас будет query равно Q execute. Да, Howdy Ho помог. Спасибо Howdy Ho за его прекраснейшие уроки. Как выучить HTML за час, ну там всякие прочие теги. Спасибо огромное ему. Select user from users. У нас так таблица называется. V user равно у нас message chat ID. Message chat ID это набор методов, который нам позволяет узнать, с кем конкретно мы переписываемся. Конкретно наш бот переписывается. Какая-то среда разработки, это VS Code. Но тут я могу показать вам, что тут за расширения стоят потом, когда допишем вместе с вами бота. И делаем тест, типа проверяем, есть ли у нас этот пользователь в базе данных. Fetch one. If test, а если у нас его нет, нам none будет. Если у нас его нет, то в тест попадет none, и здесь будет if test 0, и как бы не сработает этот if. И снова создаем курсор. И заполняем. И также, если у нас ref user просто существует, он не пустой, и он состоит из цифр. То, что у нас столб integer, и он буковки не воспринимает, да? Что я делаю? Мы делаем qexecute. Insert into users. User ref user. Values
и также их заполним форматами. Message chat ID и здесь ref user. И не забываем прописывать connection commit. Else, если у нас ref user, ну, либо не из цифр состоит, либо его вообще нет, мы ставим вместо ref user 0. Также делаем commit. Далее мы добавляем клавиатуру. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Клавиатура — это кнопки в Телеграме. Они бывают двух видов, которые всегда находятся в меню и которые появляются в меню только когда появляется сообщение. То есть сообщение и под ним кнопки. И они, как нажимаешь на кнопку, сообщение это пропадает. Но, кстати, можно сделать так, чтобы сообщение не пропадало. Да, клавиатура — это кнопки. Ну, это по факту, кстати. Keyboard markup. Мы сейчас будем выбирать keyboard. Add. Types. Line. Keyboard button. У нас будут котики, кнопка одна с callback. Callback data равна kittens и песики. Песики. Когда у нас кнопка reply, которая постоянно висит, колбеки не работают. В принципе, их даже не обязательно добавлять, но я их добавляю всегда. И дальше мы шлем сообщение с помощью метода sendMessage. Возможно, ты установил не того телебота. Я говорил об этом. Там нужно устанавливать не тот, который первый, а который вот этот. По Telegram Bot API. Там просто какие-то нехорошие люди украли название у телебота и как бы теперь путаются. Я тоже путался, но сейчас уже запомню. Send message chat ID. Управление потом и дальше reply markup равно keyboard reply markup. Не обязательно врубать VPN сейчас в конце занятия, в конце лекции я вам покажу, как можно это обойти, а то там, понимаешь, у некоторых людей бот. А, я дико извиняюсь, у меня, вот я профессиональный стример, у меня были бенды, сейчас я их удалю. Извините, пожалуйста. Я когда нажимал на стрелочку вниз, у меня звук пропадал. Сейчас, вот с какого момента не было слышно, когда я что писал? Мы добавляем декоратор,
вот этот, чтобы работать с текстом, который нам отправляет пользователь. Content types, текст. Долго звука не было, скажите, пожалуйста. Ладно. Ну вообще, вы должны по губам читать. Но это так. Этому надо пока научиться. Собеседование про VPN. Ну, понимаете, там есть некоторые люди, у которых, ну, отлично бот написан, он еще на VPN работает, что если он, если кликать одну кнопку, то он просто зависнет. Вот. Бывает такое. У меня вообще был бот, который последний проект в Яндекс.Лицее. Я там так жестко набагал, что, ну, страшно. Такое лучше не видеть. Так, здесь мы, ну, переводим все в нижний регистр, наш текст, который отправляет пользователь, и сравниваем его с котики. То есть у нас вот эта кнопка, если мы на нее нажимаем, она отправляет сообщение котики. Да, она отправляет сообщение котики. Если вот у нас приходят котики, то мы сейчас напишем, что будет происходить. Мы открываем наш документ. Open в бинарном режиме. У меня этот файл уже скачан. Это картинка котят. И bot send photo message chat ID doc. Какие красивые котят. Дальше мы делаем то же самое для песиков. Только меняем котят на щенков, по-моему. Щенки. Сейчас посмотрю, как файл называется. Да, щенки. Даже поменяем. Щенки будут тут. И у нас вот здесь будут щенки. И здесь будут щенки. Так. Дальше я хочу вам показать, как можно обрабатывать текст. Например, message текст равно как дела. Мы ответим bot send message chat ID. Так, я вот предлагаю вот этого человека за кибербуллинг забанить, вот этого. Давайте бан ему, просто бан. У нас тут не токсичное сообщество, у нас тут не шеймят людей. Так. Ответим, я бот. У меня нет чувств. Ну, нет настроения. Все, бан 600 получил. Все, больше не будешь. Else. Если у нас приходят другие сообщения, мы делаем кнопки, опять же, только другого вида. Types. Inline keyboard markup. Это уже которые с сообщением выводятся.
Также надо сделать true, это у нас делает фиксированный для них размер, и здесь true. Keyboard add types. Ну, в принципе, можно отсюда все скопировать. Раз, два. Раз, два. Так. Так, ребята, давайте слушать лекцию. А не тут плохими вещами заниматься в чате. То напишу трекеру вашему. Вот я с ним как бы хорошо общаюсь, мы с ним играем вместе. Напишу вашему трекеру, и как бы вам плохо будет. Тупо бан вам дадут все. Опять пишем декоратор, который будет колбеки обрабатывать. Колбеки это такие сигналы от кнопок, которые после сообщения выводятся. Блин, мне купец. Где там бот на тег на меня? А я не хотел делать, как бы ничего не было. Callback button. Кто? Не, ну если надо, я могу его написать. Типа, если ребята попросят. Вот если у нас callback равен kittens, то мы копируем отсюда, и он отправляет то же самое. Только с callback. Во что играли? В CS играли. Зданий в CS играли. Так мы в свободное время играли, понимаешь? Свободное время. Вечерком. Понимаешь? Па-па-пам. Я банан. И все. Мы дописали, кстати, с вами бота. Надо все под трай запихнуть. Чтобы бот читал наши сообщения. Надо нон-стоп, надо написать bot pulling, нон-стоп равен true. Except, exception se, print e. Все. Мы сохраняем наш файл. Запустить мы его, к сожалению, без VPN не сможем, но есть другой способ. Мы берем Python Anywhere, да, файлы, сделаем новую директорию, bot, загружаем сюда файлы, так, раз картинку загружаем, два загружаем. Три загружаем.
Перезагружаем. Так, по-моему, что-то не загрузилось. Это были щенки. Теперь мы переходим в Python Anywhere. Можно сделать вот так вот. Бот. Бот. Жмем bash console here. Переходим в консоль. И делаем вот эту, ну, выполняем эту команду. У меня она, опять же, на Python Anywhere установлена. Это библиотека. Не уверен, установлена здесь SQLite 3 или нет. Сейчас проверю. По-моему, она... Если мы закроем сайт, я, к сожалению, в Linux не очень хорошо разбираюсь, там можно сделать... Он будет работать 3 часа точно. 3 часа он точно будет работать. А потом, из-за того, что долго сообщения нет, у нас упадет чисто из-за библиотеки код. Код упадет. И да, я не очень в Linux, ребят. Я в Windows хорошо разбираюсь. У нас упадет бот, и там надо написать файл сервис, который будет все время перезапускать бота каждые 3 часа. То есть, если бот падает, он его перезапускает. И пишем Python 3 bot.py. Ага. Так, исправляем. Вот, люблю питон, скобку не закрыл, все. Сейв. Все, сейчас покажу вам бота. Так. Запустить. Балдежно. Message текст. Надо проверять было. Управление ботом. У нас котики, вот щенки. Напишем, как дела. Я бот, у меня нет настроения, он ответил. И давайте напишем какой-нибудь бред. А, я забыл отправлять сообщение. Ну, впрочем, как обычно, ничего нового. Извиняюсь, опять же, я немножко невнимательный. Прерываем работу Ctrl-C. Так, давайте не кибербулить, пожалуйста. Давайте без кибербулинга. Давайте, но не кибербулить, пожалуйста. Вот, у нас высветилось окно, ну, вот эти inline кнопки. Без негатива, да, ребят, без негатива. Ты, да, давай без негатива, ты. Ага. Call true. Извиняюсь за эти мелкие баги, я просто немножко волнуюсь. Вас тут много. Сейчас скажу, сколько. 36 человек. Вот, чтобы вы понимали, когда я CS стримил 2 года назад, у меня такого онлайна не было.
Поэтому я хочу извиниться за... Осуждаю такое. Осуждаю. Ой, и здесь у нас же call, и здесь надо вместо message chat ID надо написать call message chat ID. Надеюсь, ты сейчас не упадешь. Ты не упал. И сейчас опять не упал. В общем-то все. Вот он упал. Но он не упал, потому что его кто-то что-то с ним делает. Вот он отвечает. Ну, кстати, да, можно это поставить. Ребят. Админы, вот вы можете что-то сделать? Тут нехорошие люди. А, Infinity Pooling. Кстати, я это делал, когда писал своего бота. И у меня бот не падал. Спасибо, что подправили меня. Спасибо огромное. Можно админа? Если есть вопросы, задавайте. Сейчас я вам скину ссылку на код мой. Бастыбин. Не совсем понял, как что бы брал из сети, что брал из сети. Не совсем понятно. Можешь объяснить? Вот код. Например, картинки, музыку сам искал. Ну, смотря откуда тебе их надо брать, если у этого сервера есть свой IP, то, скорее всего, через API этого сервиса можно все это сделать. А если нет API, то берешь и парсишь все. Да, я знаю, я сейчас исправлю вам.
Это старый код, который не исправлен сейчас. Отсюда возьму. Копировать. Так, если есть что, какие вопросы задать, я готов ответить. Так что не стесняйтесь задавать. А можешь пояснить про парсинг? Ну, смотри, я парсил, ну, когда мне надо было, когда я криптовалютную биржу парсил. Так, там есть такие либы. Сейчас я скину название. Так. Вот либо там, в принципе, несложно разобраться. И XHTML, так вроде называется. XML. Про парсинг, короче, там, ну, все же сайты, они на HTML. И из HTML, из контейнеров можно забирать аргументы. Ты забираешь аргументы и их записываешь. Это ж парсинг называется. В принципе, там очень легко разобраться. Еще раз ссылку на код. Как вам вообще стрим? Просто интересно. Нормальный чешок, как? Спасибо.
Так, во что можно поиграть? Не-не-не, доту я не умею. Бля, чё за общий сбор, чё за рофлы вообще, непонятно. Блин, на мало. На мало. Очень на мало. Типа, у меня очень много багов было в финальном проекте, и я очень плохо его защитил. Типа, первый я хорошо защитил. Даже первый я на отлично защитил. У меня 100 баллов. Второй я защитил так себе. Можно было лучше, но я игру за один день сделал, опять же. И третий проект я опять же решил все сделать за один день. Набагал, потому что решил хранить данные не в правильном формате. И короче, вот получил мало баллов, даже стыдно говорить сколько. Но у меня 50 баллов итоговых, то есть в принципе, нормально. Не, финальный проект я не на 50 защитил. Я его защитил на 25. Это всего 50. Такое себе. Я сейчас такое себе, но знаю я нормально. Типа, у меня был проект уже один. Я на нем заработал, но что за проект, я говорить не буду. Да. Те, кто меня знают, те поймут, что это за проект.
Подожди. А, Дискорд запускается. Тогда. Что, мы в монополию, да, идем? Ну так, я тебя включу. Все, я... Ты на стриме, если что. Так, все, я тебя включил. Давно не слышались, не виделись. Так. Как ваши дела? Никто не отвечает. Но никто не отвечает, хотя 20 зрителей. Блин, мне кажется, кто-то накрутил зрителей. Такое ощущение. Просто пишет в чат 3 или 4 человека всего. Ну или кто-то фоном открыл просто. Я думал, это у меня где-то час займет, а на самом деле полчаса всего вышло. Прикольно. Мы боты. Мы боты, лол. Понимаю. Как тут инвайт делать? Интересненько. В Дискорде? Вот так вот. Да, не, я просто Пригласить пробую людей и сделать. там... А что за прикол с общим сбором? Ну, я, честно говоря, сам до конца не выкупаю, но, короче, типа, завалился весь, он такой, и, типа, общий сбор. Вот, я это вот так понимаю. Настя, не понял, держу в курсе. Работа, дохнут кони. От работы дохнут кони, а Настя у нас не пони. Привет. Привет. Здорово. А вот, Тихо, вот тут. Арсений, Арсений, а вот пояснишь, почему ты мне в Смоленске футболку не дал? Чё, кто это? Кто? Алло. Тот кто-то. Кто-то тот. Вас тут двое. Нас тут четверо уже в комнате. А, да, правда? Действительно. Да. Смоленск, Чё-то это... как тебя плохо слышно, Сеня. Ты Говорю, из какого Смоленск, ведра? это... Ты чё, Да. из Карасука разговариваешь? Да. Не, чё, правда плохо слышно? Да, вот ты Прерываешься. прерываешься, да. Твою мать. Сейчас, секунду. А так? А так нормально. Так, ребята, вы все же мое игровое кресло оценили? Вопрос. У кого включен стрим? У меня. Слышно сам стрим? На стриме. И не на стриме. Ну, у меня стрим не слышно, он у меня выключен. Что стрим? Где стрим? Что происходит? Ну, стрим на Твиче. А, это стримится сейчас все, да? Да, это Да. стримится сейчас. Ух ты, здорово. Да, может, в Монополию поиграем все вместе? Я пойду, наверное, покушаю, потому что я уже с 10 утра не ел, а для меня это прям много времени. Вот. Здорово, может, спать пойдем все. Вот это было бы классно. В общем, А я сейчас ты дела. пойду нарушать самоизоляцию, ага. Ух ты, красавчик. Поминай, Елена пропала.
Так что, Арсений, где моя Чего? футболка? Где моя футболка? Смоленск, иди отбери у девочки. Ну, блин, осуждаю такое. Обидно было, Чего? знаешь, я плакал потом. А ты из Смоленска? Да, я плакал. Ну, ты плакал, но ты из Смоленска, да? Да, я вопрос тебе задавал, а ты меня не выбрал. Ну, я понял. Ну вот, жизнь как бы жестока, ты должен это понять как можно раньше. Ага. Это школа жизни, это все ради Школа тебя. жизни. Ну, между прочим, я именно ради тебя выбрал ту девочку, а не тебя, чтобы ты понял, что на самом деле Ага. не все так просто. Понял, понял. Так что где спасибо? Спасибо, спасибо. Привет. Кто такой негатив? Привет. Кто моего бота Привет, взломал негатив. вообще? Что это такое? Что это за неуважение? Кто, где, какого? Ну вот я писал бота на стриме, и кто-то взял, токен спер и, короче, фигню какую-то отправил. Неплохо. Красиво. Да не, некрасиво, я считаю. А где бот, который тегает меня каждые 5 секунд? Я не А тебе понял. он нужен, действительно? Да. Мне он не Почему нужен. человека лишь Вообще ни разу энергетика не нужен. мало? Что? Каптари, как там Карасук? Я спрашиваю, почему человек Амир Камалов? А у тебя вопросы какие-то есть? Ну да. Ну, я знаю, Ты Амир что... Камалов. Я знаю, что я не Эмир Камалов, я его знакомый. А что? Я его бывший. Да я знаю, что ты его бывший, я знаю, что у вас было. Между вами Почему я Карасук. Карасук? Карасук. И кто дал админку Милищуку? Какую админку? Ладно, тогда это Толя переименовал, наверное. Да, это Я, я. между прочим. Так, а вам вообще понравилась Между лекция или прочим. ну прям вообще говно получилось? Ну, ты что-то рассказал, что-то по делу, было довольно нормально, вот, что ж могу тебе сказать. Ну Ну, это типа, такой скорее контент, стрим такой про контент кодинг. за... Ну, типа, да. Летсплей по кодингу. Летсплей по кодингу. Это был спидран по кодингу. Ты мне сказал, что Россия прям спид. простыми, да? Я бы сказал, что это Ну... спид, но тут один человек обидится. Это спит. Кто Так, это? наверное, стрим выключу. В смысле? Ты же не Там уже выключил. время, да.